Президент Франции принимал сегодня в Елисейском дворце нелегального мигранта. Более того, вручил ему медаль за храбрость. Накануне выходец из Мали Мамуд Гасама бесстрашно бросился спасать 4-летнего ребенка. Он свисал с парапета балкона 5-го этажа. Прохожие сняли на мобильный телефон, как молодой человек буквально за несколько секунд, прыгая с балкона в балкон, добрался до мальчика и втащил его внутрь. Гасама теперь знаменитость. Эти кадры увидели миллионы, а журналисты наградили его прозвищем «Человек-паук». Также бывший строитель-нелегал получил французское гражданство и работу спасателя. Так наградил его за храбрый поступок Эммануэль Макрон.